занимаемся, это естественно, диалектически к этому пришли. Вот, потому что самая легкая одежда – это из современных легких тканей. И пух, вот он намокает, когда много дней идешь, вот зимой особенно, он намокает, его не высушить. Его не высушить просто. И намокает он, когда ты и изнутри можешь как бы потеть, и снаружи, и конденсат в палатке, и спальники намокает. Практика показала, что наиболее эффективно это вот искусственные, сейчас научились великолепные теплые вещи делать. И там такие ураганные ветры, и постоянно дожди, снега, все там обледеневает. Вот. Ну, это ревущие 40-е и неистовые 50-е. Потому что вот этот маленький кусочек суши, он же как бы вот с одной стороны теплый Тихий океан, вот, с другой стороны Индийский океан, там Антарктида, и все это вот такая погода. Вот это нам, вот эта одежда, она, ну, наверное, была половина успеха. Мода, если за ней следовать, да, она диктует вещи, которые значительно дороже такого легкого, спортивного, практичного, прочного и теплого снаряжения вот для зимы. Это однозначно. Ураганные ветры, ну, в Патагонии. В Патагонии там в палатке вообще в горах невозможно жить. Там скорость ветра, но она там 200 км/ч, это вот там нормальная. Это нормальные условия, это не самые там крутые. Пещеру роешь, в пещере, там только в снежной пещере можно жить, потому что все остальное сносит. Дальше мы совершаем восхождение, там есть между двумя вершинами, называется итальянский провал. Там просто итальянцев в 80-е годы сдуло, там команду вот, сдуло. А температуры там не очень низкие, там температура где-то минус 15, 10-15. В эквивалентном, если со скоростью ветра, это где-то 50 и ниже градусов. Вот. Резко отрицательно. Я вообще, ну, будучи как бы и альпинистом, и, ну, экстремальным альпинистом, и понимая, что даже в самой суровой среде можно выживать, ну и в том числе правильно одеваясь, да. У меня просто вот возмущение вызывает вот люди, которые вот ради роскоши, да, ну вот так вот одеться, чтобы выделиться, да, вот он ничем, наверное, интеллектом он не может выделиться, ничем другим, вот, а вот этим надо выделиться. Вот. Ну это исторически, с каких времен, это вот психология человека, ну вот, неправильная психология человека. Ну ладно, сейчас вот в какой-то мере в одежде демократично, ну когда можно президента увидеть в такой же одежде, в которой мы ходили туда. Считаю, что они правильно делают и правильно выбирают. Хотя я сам как бы к пище отношусь так, она должна быть скромной, умеренной, вот. И достаточный. И мы порой даже не знаем, сколько нам нужно для поддержания вот такой активной, нормальной жизнедеятельности, как нужно питаться. Я скажу уверенно, что в 2-3 раза можно меньше есть, и будет этого хватать. Вот. Им хватит, и без мяса можно, и без животного пищи. Отрицательно. Что я могу сказать? Я предпочел бы, чтобы вот эти люди, которые сидят в цирке, чтобы они на природу лучше бы вот выехали, и ничего прекрасней природы, и животных в природе, которые натурально там вот можно встретить. Это какое счастье. Я с ребятами постоянно хожу на восхождение на наши горы, на горы Южного Урала, когда мы встречаем вот таких красивых животных. Там столько впечатлений. И это на всю жизнь, это память. Когда мы на охоте, вот когда начинали охотиться, это первый мой был выстрел там в птицу. Я ее ранил, и это трудно было перенести. И до сих пор это вот у меня как бы в глазах, в памяти. И я с тех пор быстро закончил с этой охотой. Это не для меня. Работать надо много и много. Ну и создавать вот какие-то альтернативы. Вот мы сейчас говорили про рыбалку, про охоту, да, тропинизм для людей, которые любят природу, да, это альтернатива какая-то, да. Ну пока это вот проблема человечества, когда тысячелетиями человек формировался вот таким, потребительская философия, потребительское воспитание, потребительская психология. И я думаю, что со временем это сознание как-то начнет переворачиваться, и помоги вам Бог вот в этом деле.